Сегодня православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы, которое относится к числу 12 важнейших церковных праздников после Пасхи 2/10. Среди торжеств, посвященных Богородице, Успение возникло одним из первых. Накануне праздника в храм села Лучинское вернулась после реставрации икона Богоматери Троеручица. Так радуется возвращению в дом самых близких после долгого отсутствия. Икона Богоматери Троеручицы вернулась после реставрации в церковь Иоакима и Анны села Лучинское. Теперь навсегда. Год назад прихожане уже праздновали ее возвращение. Тогда Троеручица оказалась в числе 20 украденных из храма. Но похитителя быстро нашли, иконы возвратили. А давние друзья храма помогли установить современную систему охранной сигнализации. К слову, именно благодаря патронажу со стороны нефтеперерабатывающего завода, расположенного неподалеку, церковь возрождается после длительного запустения. Не под какой-то указкой руководителя, как это обычно бывает, а именно по зову сердца. Мои сотрудники, они сами проявляли инициативу и говорили, что Михаил, что вот вроде мы давно не были, необходимо съездить, наверное, помочь чем-то отцу Иоанну, может быть, очистить пруд, который находится рядом, вы видите, может быть, какие-то работы произвести. И, честно говоря, вот за эти 10 лет, наверное, что мы занимаемся, даже чуть больше, церковь преображается. Церковь Иоакима и Анны была построена в первой половине 18 века. Имела довольно обширный приход, но в пору тотальной борьбы с религией в ее стенах размещались станки, устраивались склады. Храм выжил, с конца прошлого века начал восстанавливаться и перерастать все новыми и новыми прихожанами. Даже из Крестов приезжают, хотя там церковь есть. Почему-то наша церковь больше нравится, потому что она старая, намоленная. Приезжают с Ткачей оттуда, хотя там тоже есть церковь. Однажды побывав в этом храме, как признаются сами прихожане, тянутся к нему душой. Особые надежды питают приходящие сюда бездетные пары. Храмовая икона с изображением родителей Богородицы Иоакима и Анны, говорят, помогает обрести счастье материнства и отцовства. Приходят, у которых какие-то горести в семье, еще что-то. И как-то с людьми общаешься, помогаешь им. Ну, невозможно уже уйти от этого. Душой приросла просто к этому храму. Это что-то внутреннее от души происходит и необъяснимо просто. По одной из легенд, Богородица, изображенная на отреставрированной иконе, вымолила третью руку у Бога, когда убегала с младенцем Иисусом на руках от преследователей. Данное свыше чудесное явление помогло ей преодолеть реку и спастись. Символично, что в деле возвращения иконы к жизни также протянули руку помощи.